Всем привет. Итак, расковыряли мы тот верт, который у нас как раз тяжело вытягивался. Он сгнил, верхняя часть практически полностью. Восстанавливать его не вижу смысла. Ну, наш консилиум с Ильей принял решение изготовить его заново. Он будет изготовлен из фанеры 20 мм, склеенный из двух частей. Был здесь груз весом 4 килограмма. Практически этот груз получился кладом. До этого был куплен кусок свинца размером 10 килограмм, который как раз разрежется и будет на каждый шверт по 5 килограмм. О том, что было здесь, я вам расскажу позже. Фактически это клад на сегодняшний день, для меня, по крайней мере, и для моих друзей. Приступим, мы вырежем, переклеим, придадим форму. Вот такую. И оклеим все двумя слоями стеклоткани. Предварительно вклеив груз. Ну, вот готовы две заготовки. Мы их склеим между собой эпоксидной смолой и будем придавать им ту форму пера, которая у нас была. Погнали клеить! Итак, продолжим. Сейчас мы склеим две фанерки и получим заготовку для изготовления шверта. Склеивать мы будем эпоксидной смолой чешской, купленной компанией Эпокси Полимер. Это не реклама, Эпокси Полимер не является моим спонсором, как там кто-то спрашивал, просто я делюсь с вами местами, где можно купить классную эпоксидку. Чик. Мешаем пропорции 1 к 2. Приступим к ремонту второго шверта. У меня тут легкий бардак, поэтому, в общем, извините. У нас были вот такие трещинки, мы их расшили. Сейчас мы заполним их сначала эпоксидкой. Оно хорошенько все пропитается, и потом зашпаклюем вот это все неудобство. Так, мы изготовили шпаклевочку на основе эпоксидной смолы. Уберем косячки. Еще необходимо отремонтировать паёв. В общем, продолжаем работы над швертом. Сверление отверстия лучше поручить человеку с прямыми руками.
Но у этого человека оказалось тайное оружие, вернее, тайный инструмент. Вот я все рисовал, и у меня не получалось такой ровной линии, как у него. И у него какая-то коробочка с секретными инструментами древних. Илья подготовил отверстие под свинцовую пластину и придал форму бабушка, да? Верхнюю. Может пригодится, не знаю, бабушка. Передачка с Фейсбука, можно так сказать, благодаря Оксане Масловой. Мы связались с человеком, и Ксения отдала нам энное количество разных мясорубок. Пять мясорубок. В общем, будем думать, что из них сделать. Илья предложил из нескольких сделать струбцинки. Скорее всего, чтобы я меньше к нему ходил за струбцинами, когда я что-то делаю для лодки. Хотя они все равно не заменят его струбцинки. В общем, а из остальных сделаем какие-то скульптуры. Вот есть минут две почистки. А, нет, раз. Ничего, вкрутим болтик. Нет, они алюминиевые. И приварим к болтику. Так что так. Вот еще, правда, тут я разобрал горсточку того, чего я не осмеливался разобрать, так, чтобы не соврать, лет 8. Ну, не должны вещи просто так лежать. Они должны или разбираться, или собираться. Пока-пока. Затестим такой диск Рашпиль. Посмотрим, стоит он тех денег сумасшедших или нет. Перерывах между шлифованием шверта меняю масло 20-кубовым шприцом. Ford Transit, к сожалению, сделал конструкцию моста, в которой масло нельзя просто слить. В общем, для того, чтобы собрать еще одну собаку, не обязательно покупать шаурму. Нужно просто вычесать гарь.
Сейчас Илья произведет обрезание и подрезание нового шверта. Конечно, произведет, если кто-то нарисует шверт. Сейчас нарисуем. Точно так маленький. Та-бам! Шверт готов. Второй шверт отремонтирован. Вот что осталось от шверта. В общем, одна труха. Можно было бы поменять эту часть, клеить, но проще было изготовить из фанеры вот такого вот красавца. Осталось на клей посадить шайбы и вперед. Итак, о самом интересном. Что же было вот здесь, в этом отверстии вместо груза? Это был вот такой припой 4 килограмма. Ну, в моем случае и в случае моих друзей это клад. Мы увлекаемся пайкой. Я иногда, друзья почаще. В общем, вместо этого в новом шверте 5 килограмм свинца. А во втором шверте нас ждет еще 4 килограмма вот такого припоя. Но мы уже его вытянем, когда будем делать новый шверт из фанеры второй. До скорых встреч. Пока-пока. Мы будем ехать устанавливать шверты.